Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы, и в этом ролике я расскажу вам, как себе сделать любой баланс, который вы хотите в Farming Simulator 19. Возможно, уже поздно записывать такое видео, и их на самом деле миллион на ютубе существует, но все равно находятся люди, которые меня об этом спрашивают, поэтому в первую очередь ролик создается для того, чтобы можно было потом скинуть ссылку на него и не отвечать на все эти вопросы. И сразу же не надо в меня камняться бросами, мол, читеры, все дела. Для чего это нужно? Во-первых, на тестовом аккаунте, где я записываю гайды, тестирую всякие моды, у меня большой баланс, чтобы я мог все купить, исключительно для тестов. Во-вторых, я иногда люблю начать с нулевым балансом. Плюс у нас были карьеры Агромаш, Варваровка и переезд в Зеленую долину. Там получается из одной карьеры баланс переносился в другую. И то же самое было со свапой. Из вот этой карьеры мы вот этот самый баланс перенесли в другую сохранялку. Ну или же некоторые просто любят почитерить, не хотят нормально играть в эту игру и хотят сразу себе все купить. В общем-то, их право. Кто я такой, чтобы их судить? В общем-то, друзья, три способа, как это можно сделать. Первый – это с помощью мода. Достаточно зайти в модификации, в поиске набрать money, по-английски деньги, если кто не знает. Нажать поиск, и у нас здесь появится мод money tool. Соответственно, ставите его, и путем нажатия Ctrl-Alt плюс 0 у вас будет добавляться на счет по миллиончику. Для тех, кто не хочет заморачиваться, плюс это можно провернуть не только на ПК, но и на плойке. Насколько я знаю, этот мод доступен там. Если кто-то на консоль играет, так что все просто. Второй способ немножко поизвращеннее, но он уже позволяет редактировать баланс и в меньшую сторону. Для этого вам надо запустить свою карьеру в режиме сетевой игры. Создаете сессию, запускаете абсолютно любой сейв, можно в принципе давайте новый создадим, на обычной дефолтной карте. Моды мы вообще все выключим, потому что оно нахрен не надо. В общем-то, создаете сетевую игру, можете запустить там свой сейв, который у вас уже есть. Ну и после того, как вы появляетесь в игре, вам нужно создать ферму, которая называется просто «Моя ферма». На ней стандартный баланс 1 250 000. Можете создать другую ферму. Можете создать сколько угодно ферм и отредактировать на них баланс такой, какой вам надо. Соответственно, после того, как вы сохраняете эту игру, выходите обратно в меню. И в общем-то, когда мы заходим теперь в обычную карьеру, вот он наш сейф. Здесь все деньги со всех ферм просуммировались. Вы можете поставить сюда абсолютно любой баланс. Правда, когда вы зайдете в однопользовательскую карьеру, вам выдаст предупреждение, что фермы из этой многопользовательской игры объединены в одну. После сохранения эта игра навсегда станет однопользовательской. Нажимаете ОК, и в общем-то у вас есть один баланс, который по сути является суммой баланса всех ферм, которые вы создали. Если вам надо сделать нулевой баланс, создаете две фермы. Из первой перекидываете деньги во вторую все, после чего вторую удаляете, и в общем-то у вас остается нулевой баланс. Можете его рисовать какой хотите, 100 тысяч, 200 тысяч или 660 тысяч. Кому как надо. Ну и, друзья, третий способ, самый простой лично для меня, это отредактировать ваш сейв. Сейвы находятся в папке «Мои документы», «My Games Farming Simulator 2019». Здесь вот они все есть под номерами. Циферка, соответственно, обозначает номер слота, в котором у вас этот сейв находится в игре. Соответственно, открываем его, и здесь есть файлик farms.xml. Его нужно открыть с помощью простого блокнота или чем вы там пользуетесь. И, соответственно, во второй строчке у нас есть строка «Money». Соответственно, рисуете ее какую хотите абсолютно, после чего этот файл просто сохраняете. Соответственно, после этого заходите в игру, находите ваш сейв, и сейчас здесь, конечно, будет написан ваш старый баланс, но если вы туда заходите, то здесь мы видим баланс, который мы сами себе нарисовали. Надеюсь, друзья, это видео кому-то помогло. Если помогло, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у нас веселое прохождение, если вы еще этого не сделали. Всем, друзья, спасибо за внимание, с вами был Никита Дилей, всем всего доброго, пока-пока.